Всех привет и прямо просто продолжаем мы проходить игрушку Craft World, если не ошибаюсь, он нажимается. Почему тут у нас не скопал вот это, а другой скопал? Где портал у нас? Портал у нас здесь. Ну давайте добавим сюда портальчик. Или точнее, чтобы они смогли спокойно дойти до него. Тут уже зомбаки идут. Ладно. Что мы будем тут делать в данный момент? Что-то у нас FPS у меня нормально, а вот притормаживает. Не знаю. Опа. У нас тут ничего нету. Давай. Сюда остановись. Так. Идешь сюда. Установить лестницу. И тут лестницу. Да, мы это устанавливаешь. Устанавливаете. Что у нас вообще я могу создать? А, у нас дерева вообще нету почти. А давайте посмотрим по древу. В данный момент. Чтобы у нас продвигалось. Ну, значит, вот это надо прокачивать, чтобы нам продвигалось. Книжная полка. Песок тут. А, это глина даже. Чтобы открыть массу, тут у нас будет стекло. Ну, знаете, давайте тут. А вот это что? Еще делать? О, веревка. У нас веревка есть. И железо чуть есть. Давайте троим сделаем, у нас оно больше веревки нету. И чё, прокачка есть? Ой, убейте эту собака дурацкого, блядь, а. Так. Пойдем дальше копать. И тут тоже скопаем. О, погнали, все работают, работают. Это просто замечательно. У нас ничего интересного нету. Тут дерево растет. Вот и у нас 200 опыта. Так, забери это. И вот это надо забрать. Вот это все надо забрать, господа. Через 29 минут у нас появятся монстры. Это мы до нее дойдем. И уже следующие серии у нас будут. Так, создать. Что мы можем создать? У нас появились новые... Вот это вот. Булава. 4 штуки дома можем создать. Так, заменить землю, заменить землю, заменить землю здесь делаем мы. Ты фиг с этим, блин, дебилом. Нет, там что-то бешится. Так, о, общий сбор у нас появился. Книжки, вооружения какие. Ну, у нас бумаги со мной нету. Перчатки, лучника, стекло, масло, бутылка нужна, а бутылка стекло, а стекло, а мы можем стекло сделать, да что-то стекло сделаем, только где они делаются, я не знаю, давайте 20 штук, я думаю, достаточно будет, так, здесь тоже надо все собрать, я вижу, тут у нас не до конца все собрали. У нас лестницы вообще нету, лестниц. Иди сюда. Песок забираешь. Тут надо будет убить и закрыть это все. Я буду копаться в сторону. Туда и сюда. Вот у нас спит, и хелов мало, и не едят нифига. Так, а у нас же столик есть, да? Да, вот столик у нас есть. А, давайте тут поставим его. Нет. Вот здесь вот. И еду еще положим. Вместо шишек. Бля, копать пришел. Вот, блядь, пиздец. Вот нафига копать пришел, если... Он дофига ресурсами себе с собой таскает.
годятся. Блин, я микрофон забыл включить. Ёпты мать, я думаю, что я сам собой что ли? А глина? Давайте глину соберем. Так, вода. У нас заказана вода. Земля. Офигеть просто. Добыть воду. Это замечательно. Вот это можно за кому-нибудь дать, да? За рубчиком. Рыбак, блядь. Ну пускай они будут так просто. О, замечательно. Скалолаз как раз и будет у нас изучать все. Так, убрать лестницу, а здесь у нас будет деревянная. Что-то долго растет это все. А что такое? Что-то выросло, что ли? Так, у нас тут портал уже все. 10 минут остается. Давайте до конца землю тут вкрывайте, пускай тут просто будет ровно все. До 9 уровня осталось недалековато нам. Но мы как-то слишком затормозили. Так, тут землю, пожалуйста, поставьте. Тут факел. И тут факел. Добирайтесь до конца. Здесь будет потом аккуратно все красиво сделано. Ну, более-менее, особо не скажу про красоту. Копайте эту землю здесь. Так, сколько у нас вообще... О, нормально. Давайте создадим. 21 штука здесь. Ну, тут еще на одно хватит. Так, даже ведро. Ведро. Так, лук. Понятно, нам нужна веревка. Веревка и шерсть. Шерсть у нас есть только одна. Три веревки у нас появляется. У нас появляется лучник, да? О, стрелы. А перо у нас всё ж три. О, замечательно просто. Так, теперь лучник нужен. Точнее, лук. Всё замечательно. Будем все разбирать, кто у нас лучником станет. Бля, что такое вообще? Фиг узнает. Прорываемся дальше, сюда идем. Так, устанавливаем землю здесь. Точнее это. И потом все здесь меняем. Заменяем. Все, угомонись, только воды наделал, бля, пиздец. А тут заменять не надо. Убрать просто факел отсюда. Так, сюда факел поставить. И сюда давайте поставим факел. Тут уберем факел, он поставится сюда. Убить у пидора этого. Этого пидора убить, пожалуйста, тоже. Ай, блин, дурдом. Так, одеться. Что у нас появилось? Лучник. Обычные стрелы. Так, есть у нас лучник? Нет у нас лучника. Ну давай. Война. Это пока что. Все, мозги есть, да, алхимия. Так, это пока... А, ну тут стрелы готовит, он стрелы делает. Посох ли... Чего посох? А у нас мага со мной нет в данный момент.
Вода пускай наполнится, это вот надо забрать. Так, дальше продолжаем. Тут уголь у нас видно есть. А, не со мной светиться будет. Окей. Окей, окей, окей. А, это мне так кажется. Вот это максимальное. Ну, понятное дело. Так. Поставим здесь деревяшку всеми. Вот так вот, все. Потом будем вверх строиться. Музыка простая пошла. Ну тут деревья может вырасти, потом будет портал там создадим, и будет все замечательно. Не работает, твой же не работает. Нифига себе, иди сюда. Это мы тоже будем собирать сейчас. Ну что, погнали. Строительство. Полагаю, овцу муж убить не давай, это думаю, не надо. Ну что там, создали? Еще 20 стрел, я так понимаю, будет у нас. Дальность повреждений 4. Ну, посох-то покруче оказался. Давайте стулья поставим пока куда-нибудь. Иди сюда пока поставь. И сюда. Так, лестницу убрать отсюда. Так, все работает. Замечательно. Так, идите рубить дальше. А тут у нас угол. Ой, угол, блядь. Уголь добываемый. Вот тут у нас и враг появился. Землю поставить надо. Че, он призрак что увидел? Какой я лучник. Промахнулся, ёб твою мать. Что творится непонятное? Так, 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 тут надо лестницу тоже поставить. Чтобы это подобрать. Замечательно просто. И непонятно, что делать дальше, да? Выезжать-то будете или нет, еще не понимаю я вообще. Так, задание выполнено. Фермерство. Это чуть позже мы будем выполнять полностью. А что у нас по заданию вообще есть? Защитный дом. А что за новые технологии, чтобы освоить технологии, изготовить и относить к ней предметы? Это еще не все гигантские муравьи. И что, блядь, если мы, типа, мой гном с ними не встретились, но при этом... Так, это что-то новенькое тут появилось. Так, а вот укрепление. Дерева нет у меня вообще.
А тут можно портал увеличить. Это деревья просто срубить все. Он будет спускаться. Фигач. Это фигово. Это спасибо не надо. Чё там, клещ на них напал, что ли? Ну да, скорее всего, из деревья упал. Так, тут у нас видно железо есть. Замечательно, это очень хорошо. Так, давайте вот это порубить. И вот это уже будем сейчас копать. Раскопки делать здесь. Так, это мы сделали. Вот это сейчас будем делать, да, мы? Да. От этого идет сюда. О, вот это вообще офигенная штука. Значит, надо срочно вот это делать. У меня дерево нужно, чтобы это делать. Так, стекло мы сделал, глину мы сделал, бутылочки. Бутылочки, сколько у нас стекол? Нормально. Угля тоже. Давайте. Ну ладно, фиксим. Столько хватит. Я хочу создать стекло. Песка тоже хватает. Все должно. По идее, сейчас они... Как создаст он? Так, это все убираем отсюда. А почему это тут не ставится, я не знаю. Без понятия просто. Что у нас, как дела с деревьями? Ну, вообще-то нормально все. Не спорю об этом. Только собрать надо. Это у нас кто, кузнец, что ли? Заебись. Сделал, убежал. Давайте здесь прорубим вот так. И все. И тут уже будем спускаться. Почти у нас 9 уровень, это просто замечательно. Так. Что у нас вообще по дереву? 20 штук есть. Окей, значит мы можем какое-то оружие посоздавать, да? Вот это особенно. А у нас железа нету почти. Ну давайте 4 сделаем, а там железо сам надыбаем. Вот оно. Железо есть. Все замечательно, все просто хорошо. О, книжка появилась, лесоруба. Давай, иди руби. Так, лестницу туда ставлю я. Это можно убрать. И песок добывать. Бля, вы будете расти или нет, а? Так, а вот-то набрали почти. Пиздец просто. Тут уголь. Тут просто тупо уголь. Который хочу добыть я. Здесь у нас затормозилось пока. Тут мы подбираем. Так же, как и это. Да алхимия пригодится. Это все впереди алхимия будет, господа. И она пригодится. Кабаны тут появились. Так. Прибавляю я тут времени вам. 14 ман у нас осталось очень мало. Ну когда вот это все сделать, а? Так, дерево. 45 у нас есть. Бумага, масло, чернила. Нужны бутылки. Бутылки пока не создаются.
Подожди. Деревянный капкан. Стола нету, стула нету у меня теперь. Ну давайте вот это создадим. Пиздец, просто улетел, как нифига делать. Все, есть. Один уровень нам гном дает, смолы три штуки и три гвоздя нам дадут. Замечательно просто. Значит, тут открылся, у нас открывается удочка. Поплавок. Вот удочка, блин, у нас веревка есть, а вот железа у нас нет, но это будет. Во, вот это, доски тут нужны. У нас 15 уже есть, это слава богу, слава богу. Ловушка какая-то. Червяки. А, земля, ёпты, мать. Что за домик какой-то? Домик сова кота. Домик жаболиста какого-то. Ёпты, мать, что только не придумают. Ой, и да, рыба. Надо рыбачить. Надо, господа, рыбачить. Так, у нас же яйца есть. И угли есть. Давайте создадим яичницу себе. Так, что нам еще? Мясо. Уголь-то у нас есть нормально, прилично. Все, создали. Давайте уберем это. Куда ты не можешь пройти? Давай сюда остановись. Так, здесь будем лестницу ставить. И руду будем добывать сейчас, железную. Короче, давали дофига всего, а вот чтобы это все сделать, в данный момент у нас нету. Да? Вот тут еще делается он, 61%. Светильники скоро будет. Кирпичи, краски. У меня проблема большая, у меня дерева нету. Вот тут дерево выросло. Все проблемы в деревьях. Если его больше было, было бы намного раз больше. Вот, проблем бы не было. Выброс рубить бы замечательно, но энд мне не даст. Скорее всего, я думаю. Рубите! Куда они могут пройти, я не понимаю. Почему не можете пройти, не понимаю. Задание дофига толку-то, я не знаю. Так, одеть. У нас же новый появился. Надя кирка. Топор пока такой. И она булаву. Ну, булаву где дадим. А ты кто? Охотник у нас. О, охотник. Дай лук я сюда. Тебе. А, тебе булаву не дать. Ну давай вот это пока дадим тебе. А может ты вот это будешь? Не, бань тебя. Давай ты вот это будешь ходить. О, да.
А, вот, так я делаю, так я делаю. Ладно. Замечательно просто. А ты давай булаву одевай. Вот так вот. Все. О, заебись, молодчину просто. Взял, убил его с лука. Да только этот много не дает ничего. Так, стол мы убрали. Я еще раз хочу этот стол поставить. Вместо стульев давайте поставим в данный момент и сюда. О, супер просто. Так, давайте факела тут поставим пока. Здесь факел, здесь факел, здесь факел. Давайте рубите. Железо нам очень нужно. Так, здесь. А, они напали на эту фигню. Вот эту убираем и убираем лестницу. Это тоже подбираем. Здесь опускаемся. Это не знаю, что такое вообще в данный момент. Без понятия. Ну ладно, я думаю, на этой ноте надо останавливаться. Пока мы ничего много большого ничего не сделали. Я тут доделаю свой подземный, можно сказать, домик. Что я хотел? Я хотел в данный момент убрать люк. А у нас есть люк еще один дополнительный? А у нас этих люков дофига. И поставить его чуть снизу. Уха у нас есть, нифига себе. Уха у нас будет. А, удочку надо будет сделать. Будем сделаем удочку, ё-моё. В следующей серии, конечно. Так, на чём я остановился-то? А, мне нужна... Во. Тут, пожалуйста, установите его кто-нибудь, и я закончу серию. Все, заебись, да? Зеленое все? Да, все зеленое, просто супер. Это тоже как будет дом считаться. Только столько это странное, ну фиг с ними. Ничего страшного, все мы поменяем в будущем. Не знаю, как пройти, куда пройти, я не понимаю. Сюда, а что сюда нельзя, знаешь, как пройти? Копай вот это, пожалуйста. Музыка пошла. Убери, пожалуйста, эту лестницу. Потом будем разбираться чуть позже все это. Свек туннель и все остальное. Так, копай у нас здесь. Так, что у нас по поводу портала? Есть там у нас что-нибудь интересного? Тут у нас ничего интересного нет, пускай там все растет. Там это, тут, я понимаю, больше расти ничего не будет. Давайте вот это подбираем. Все, уничтожаем. Портал закончился. Ну ладно, на этой ноте я останавливаю серию. Увидимся в следующей серии таких прохождений. Всего удачи вам и пока.